Ивановского областного театра «Кукол» день рождения. 8 февраля учреждению исполнилось 78 лет. На сцене ведущие актеры Елена Иванова, Владимир Кузнецов и Борис Новиков. Друзьям театра в честь праздника показали один из лучших спектаклей репертуара – детский альбом Чайковского, получивший золотой диплом театрального форума «Золотой Витязь». Первое, что я могу сказать после того, как я увидел спектакль, какие талантливые, креативные, удивительно творческие артисты, руководители, вообще просто творческие люди работают в нашем театре «Кукол». В праздничный день сюда пришли люди, которые очень любят театр и не мыслят без него жизни. Здесь интересно всем, и взрослым, и детям. Для меня театр «Кукол» – это детство моего ребенка. Ему сейчас уже 22 года, он взрослый человек, учился, работает. А когда-то мы с ним ходили на спектакли про «Красную шапочку». На «Черную курицу» ходили 5 раз. А когда шли со спектакля про «Красную шапочку», всю дорогу пели песни. А теперь вот ждем внуков и опять начнем ходить. В дню рождения театра «Кукол» было приурочено открытие музея. Этого события ждали давно. И вот, вниманию всех посетителей театра предстали уникальные авторские марионетки, архивные фотографии и афиши. Центральное место в экспозиции занял портрет Екатерины Пироговой, женщины, которой ивановцы обязаны появлением театра «Кукол». Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ, Иваново.